Христианские притчи. Наследие святых отцов. Бог знает, что добро. Брат спросил старца: какое бы мне сделать доброе дело и жить с ним? Старец ответил: Бог знает, что добро. Я слышал, что некто из старцев спрашивал Авву Нестероя: какое бы доброе дело сделать мне? Авва отвечал ему: не все ли дела равны? Писание говорит: Авраам был страннолюбив, и Бог был с ним. Или: я любил безмолвие, и Бог был с ним. Давид был кроток, и Бог был с ним. Итак, смотри, чего желает по Богу душа твоя, то делай и блюди сердце твое.